Здравствуйте, уважаемые угличане! Сегодня мы с вами совершим небольшую энтомологическую экскурсию, то есть экскурсию в мир насекомых. Еще точнее, в мир жуков. А еще ближе посмотрим на цветах бронзовок. Особый вид жука, интересный. В народе, правда, это Аленка, Оленка, сейчас она везде пишется в энциклопедиях. Раньше Аленка писалась, и в словаре дали Аленка. Вот почему Аленка так называется? Ну, бронзовка понятно, цвет такой бронзовый, золотисто-зеленый, так? Все ясно. А вот почему Аленка или Оленка? Ну, тут уж я вам объяснить пока не могу. Сложно здесь разобраться. Итак, бронзовка мохнатая, которая намного меньше бронзовки большой зеленой. Она также покрыта пестинками, опушением таким волосистым, слегка так заметным, даже на глаз заметным. Поэтому называется мохнатая. А если в лупу посмотреть, то вообще зеленый. Жук этот южного происхождения, точнее, обитает он в степи, в лесостепи, как раз в тех наших южных областях, в черноземном центре нашем. Вот там это бич садов, это самая Аленка, вот, или бронзовка мохнатая. В течение двух, допустим, трех дней они могут буквально, если хорошая такая погода, сухая, могут буквально опустошить весь цветущий сад. Похоже, развитие тоже маленькая личинка, у бронзовки нашей золотистой личинка большая. Вот такого я показывал размера, а это маленькая, соответственно. Так попадается она в перегнонной земле, может в лесной подстилке быть. Вот вам второй жук, семейство пластинчатоусых. Вообще-то бронзовки среди, это такая группа насекомых, такая группа жуков, среди которых гиганты наблюдаются в мире, можно сказать, в мире жуков. Эти гиганты называются голиафами, по имени великана. Один голиаф королевский есть, а другой голиаф гигантский. Оба они живут в Африке, в африканских, центральноафриканских, всех этих экваториальных лесах. Вот такой получился у нас рассказ про насекомых, которых можно наблюдать сейчас на цветах, про бронзовок.